11 человек на место. Такой конкурс не в ВУЗе, а в Чебоксарском волонтерском центре. На кону поездка на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в октябре этого года в Сочи. Накануне официально стартовала рекрутинговая кампания. Десятки вопросов. На все ответы не более 15 минут. Каждый кандидат в волонтеры проходит собеседование. Его проводят тремя способами. Личная встреча, по скайпу или по телефону. Приветствуется знание языков, волонтерский опыт. Ахмед Ясин уже был волонтером у себя на родине в Израиле и в Германии. Теперь решил попробовать в России. Волонтерство для меня это очень важное, потому что я когда приехал в Россию, мне помощь была нужна. И не очень много людей обратили внимание на это. Я сначала хотел бы поделиться опытом с разными людьми, с разными студентами и, конечно, с разными культурами и нациями. Это очень здорово. То есть, это большой путь для объединения нашей культуры и нации. В Чебоксарский волонтерский центр поступило около 1000 заявок, почти половина из соседних регионов. Но попасть в команду волонтеров Всемирного фестиваля молодежи – полдела. Впереди месяцы обучения. В Чебоксарах мы будем проводить ориентационный тренинг. Это тренинг, в рамках которого волонтерам будет рассказано больше о фестивале, а также система взаимодействия волонтеров с оргкомитетом. Также мы проведем тренинги на знакомство, на сплочение, различные тренинги на обучение иностранным языкам. Рекрутинговую кампанию завершат 15 мая, а имена 50 волонтеров от Чувашии станут известны в начале июня. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Александр Петров, Республика.